Отказывайся и все. Тут дохуя таких Блин. очень. Ну и покер, и чем больше, тем лучше. Таня мне сейчас, знаешь, что рассказала? Типа со стороны Белгорода, их же много наших, там и кяхты, и кто-то еще, и тальцы, видимо. Короче, их там много-много человек написали рапорта. Их, короче, погрузили в ЭСИК, в КАМАЗы. Типа мы везем вас в этот, в аэропорт, чтобы вас отправить домой. И в закрытых КАМАЗах поперли в сторону Украины. Они по дороге чихнули, начали прям выпрыгивать с машин. Потому что впереди колонны шел танк, и сзади колонны шел танк. Они чихнули, что что-то не то, и давай выпрыгивать все из машин, из этих. И стали стрелять там в воздух, колонны. А кто-то успел, или как они там сделали, не знаю. Они начали, короче, позвонили родственникам. Они, короче, побежали все в сторону, с которой их везли. 15 километров, они, говорят, там бежали. И пока бежали, пока что, родственникам кто-то успел звонить, говорит и кричал, типа, бегите в прокуратуру, так и так, пишите быстрее все заявления. Это, короче, получается, Сашиной мамы, знакомая, у нее там сын. Это она вот рассказывала. И их там держали несколько дней, как пленных. Но, а когда, короче, пошла шумиха, чё к чему, начали разбираться, они просто сказали, мы повезли их в ремонтные работы проводить, расчистку, типа ЛНР. Ну и сейчас мы тоже так же начнем делать, нахуй. Если у нас ничего не будет выгонять, уже движ пошел. Какой? Ну, то, что это везде пишем. Короче, получается, пишем Сыденову, пишем в Министерство обороны и военную прокуратуру.